Накануне состоялся общегородской праздничный ифтар, организованный администрацией республиканской столицы. Коллективный обряд разговения, как и в предыдущие годы, собрал за одним столом большое количество верующих не только из самого Черкесска, но и гостей города. Ахмат Халкечев продолжит тему. Разговевшись водой и финиками, как того и рекомендует сунна, верующие, прежде чем приступить к трапезе, совершили джамагат намаз, который возглавил имам Черкесска Казим Хаджи Качиев. Лидер мусульманской уммы республиканской столицы поблагодарил руководство города за внимательное отношение к верующим. Также имам Черкесска отметил важность совершения благих дел именно в священный месяц Рамазан. Иншаллах, это будет во благо городу, и это сближает людей, друг с другом. И с администрацией тоже. Когда вот администрация дает знать, что он не чужой для своих граждан. Это очень приятно, алхамдулилля. Гости мероприятия с удовлетворением отметили, что организация таких коллективных обрядов разговения от города в последние годы стала доброй традицией. Наша религия – это религия общины, чтобы все держались вместе. Бывает так, что не у каждого есть возможность полноценно открывать пост. Когда наш город, наша республика такие ифтары делает, очень много людей собираются, встречаются люди, которые друг друга, например, даже по выходным не видят. Встречаются родственники, друзья, знакомые. Это еще один повод для радости. Вместе посидеть, открыть пост, обменяться теплыми словами. Меню ифтарного стола подобран с учетом того, что верующие в течение всего дня ничего не ели и не пили. Для начала были легкие блюда, далее угощение кавказской национальной кухни, ну а в завершении фрукты и сладости. Ахмат Халкечев, Ренат Муков, Вести Карачаево, Черкесия.